Вечер добрый, дорогие друзья, Квантум с вами и добро пожаловать. Сегодня Хуйзер Дэдди. Как ты понял из названия в игре... Бля, он перекрасился. Отец и ребенок. Цель ребенка — развлекаться как хочешь и делать что хочешь. Но цель отца — сохранить ребенка до прихода мамы. Желаю приятного просмотра. Про подписки на канал не забывай, мы начинаем. Поехали! Вот так, как вот мать ушла, оставила меня на отца. Отец вот такой вот болтус. Разгильдяй тут. Ты оболдус, понял? Разгильдяй тут и оболдус. С кем он тебе? С Кратосом. С Кратосом. По звуку слышу, где он. То есть, металлиста он намучил? Походу, да. Ты мучает Кратоса, ясно. За звук, блядь. Что это такое? Еда. Ой, фрукты. Фу. Где что-то, блядь, звук издает? Тебя тут тоже нет, блядь, где-то дверь открывает. А где же есть? Где же я есть? Блядь. Здесь тебя нет, что это такое? Куки. Ага, понятно. Я вижу все твое лицо. Чего? Сука, выкинуть! Блять, угнали меня! Я машину угнал! Придурок, блять! Открой гараж, дебил! Так сделай это, приди, открой гараж! Дебилоид, блять! Опа! Идеально открыть! Ты ж сюда не зайдешь? Не зайду, да? Чего? Не зайду, да, блядь? Ай, блядь! Открой гараж! Ловись, блядь! Открой гараж, батя! Да хорошо, не буду. Открой гараж. Я все знаю, что ты хочешь сделать! Открывай гараж! Сука, учим водить, блядь, пошел в сраку. Я от тебя спрячусь, блядь. Как ты водишь, блядь? Да все, ладно, открой. Открывай. Все, открою. Открою. Все, стоишь? Да. Можно? Хватит, блядь. Ты вон с сальтухи встаёт. Да. Ты мышь, блядь. Эй! Пошли отсюда, мальчик мой. Да, блядь, тебе пора домой! Залетел чисто. Да. Блядь, открой, бать, угнали! Сюда не рано ночи. Хера! Заводить, ну или так. Минуснул. Что случилось? Что я сделал, блядь? Ты взорвал машину, крендельком. Что за звуки? Еман. Там что, дотракийцы что ли живут? Что происходит? Что за закрытая комната, интересно? Пошел ты нахуй, мусор, я драм-н-бейс продюсер. О, молодец, горжусь. Одобряю, понимаю и вас... Там и гитарка есть. Смотри, какой маленький уёбок. Да. Принимаю. Продолжай в том же духе. Нам надо с тобой кое-что обсудить. Да. Кое-что это... Ты страшная Ты в меня весь. Почти. Что за звуки? Что где катается? Ну, блядь, ну ты делай, ну подожди, стоп. Тут два варианта. Или жена темнокожая, или же кому-то изменяли. Я застрял, бать! Все хорошо будет, сынок. О, он очень загорелый. Ничего не будет хорошо. Все будет просто прекрасно. Сожрать все и вся. Покормить все и вся. Надо меня кормить. Надо, подожди, надо. Стой. Стою. Нам надо сделать грязь. Мышь, блядь. Все, бухло. Ему уже не надо, у него глаза сейчас вывалятся из головы. Пошел, блядь. Как тебя пнуть, блядь? Че, офигел? Отца пинать твою собрался? Да. Батарейка кончилась. Пошел в жопу, блядь. Кто шериф в этом городе, да? Что, можно было? Походу. Что за хуйня? Что со мной, блядь? Трындец просто, что тут происходит? Ты страшный, блядь. А почему я не могу бегать? Два банана тебе прям в ротик сейчас залетит. Бляха, муха. Я куда? Потратился. Полетел-то. Бананчик в ротик. Жене в ротик, блядь, залетел, блядь. На, бананчик в ротик тебе. Сука, какая ж ты... Гомно.
Мыло. Мыло вкусно, мыло хорошо. Заткнул ему хлеборезку, чтоб не жрал лишнее. Нравится. Нравится. На, тут бананчик лежит. Это хорошо, что бананчик лежит. Так, ну ничего страшного. Гуляй, гуляй. На двери все. Он со своим скинтоном становится не зеленым, а такой цвета хаки. Цвета каки. Ну, блин, зеленый. Плохие новости, если как, от темно-зеленого цвета. Ну да, такое себе. Там инфекционку пора. Мне интересно, а малого можно положить в аквариум? Который подогревается снизу свечкой. Кстати, да. Какого хрена? Что, рыбка любит потеплее? Ну, вряд ли там сильно подогреет как-то. Но чуть-чуть, я думаю... Не, никак не подогреет. Не, ну чуть-чуть тепленькая станет. Рыбка такая, о, тепленькая пошла. А, стоп, это я пописила. Блять, пошли. Поехал! Куда ты... Поехал. Бляха, муха, да стой, блядь. Стой, сейчас я выверну. Сейчас уедем. Сейчас уедем, малыш. Что сделал? Поехать будем сегодня или нет, блядь? Что произошло? Он ключи спер. Походу. И выкинул в воду. Ого, там педальки нажимаешь. Ты такой взрослый у меня уже. Что сделал, блядь? Где тут кнопка? Такой микрощел ходит. Ну ты, блядь. Это в честь того, что ты выжил, я тебя спас, досмотрел. Досмотрел, блядь, ты смотр. Конечно. Ты, блядь, не вырос для того, чтобы досматривать меня. Я тут вспомнил, как Квантум проигрывал, будучи батей. Только потому, что он кормил не тем. Помнишь? Да, или застрял в текстурах. Блядь, может быть, я перерос? Ты что-то перепутал. Это не прикольно, блядь. Это вообще не круто. Это очень даже прикольно. Зачем ты кидаешься ножами? Маленький безумец. Ой, правильно, покушай. Она, правда, позавчерашняя, но, думаю, хуже не будет. Мне по... О, что это? Это еда твоя. Да, блядь, ну дай посмотреть. Да че? Дай посмотри, что там? Че, что сдохнешь там? Что зачем ты такое? Это пьёшь? Что такое, блядь? Я думал, это молоко. В смысле? И такой, нахуярился мимо этого клея или какой-нибудь крота. Батя, беги сразу в гараж, где стоит газонокосилка. Хорошо, сейчас. Ебать. Допил его, видел? Хорошо, сейчас. Трюкач малолетний. Ой, блядь, что это бахнуло? Я тебе говорю, там небезопасно все. Бать, ты где? Все, я иду. Давай, я тебя жду. На собаке со свечой. Бать. И ты понимаешь, он катится. Видишь меня? Вот. Да, блядь, что ты задумала? Блядь, дебил, не со свечкой! Нет, блядь, там другое. Собака тупая! Здесь мне бубенцы развел. Дегенеративное тупое животное сожрало динамит. Я думал, мне показалось, что там был динамит. Нет, блядь, там другое. Собака тупая съела динамит весь. Псина ты гребаная, ты что натворила? Она сожрала динамит. Тупой барбос, ты заодно со мной должен... Прекрасный барбос. Он еще и застрял. Иди отсюда, блядь, иди отсюда. Тупой пёс, динамит сожрал, козёл. Что ты натворил? Все испортил. Чмоня. Ай, блядь. Не говори. Где ты? Где ты, блядь? Где погром? Что за звуки? Что за подстанция? Чё, батя зелёный? Почему двери? Что за... ну, видимо, он наелся говна. Ему плохо. Звуки, что за подстанцию там? Почему двери... Почему дверь звуки издает? Ужас. Нам надо с тобой пообщаться. Серьезно поговорить надо? Прям серьезно некуда. Опа. Где-то есть. Я где-то здесь. Ничего сделать можно.
Блять, ёб... Я тебя сам съем, чтобы этот дебил тебя не жрал. Фиг знает, батя мышей, я совсем с ума сошел. Чтоб ты не сожрал, зачем я переживаю? Что такое? Кулер. О, материнка. О, что, блядь, да где ты? Ебать, он схарчил материнку, и блок питания сейчас сосет. Топовая геймерская материнская плата, говорят. Вентилятор дорогой. А, сука, сука, нет, блядь. С другой стороны, наверное. А, ну я знаю, чем это может закончиться. Ну, блядь. Это шреддер! Он, наверное, залезть может. Актерская тебя, нахуй, мразь. В смысле, блядь? А все. Я думал, это колонка, это шреддер, блин. Я думал, это консоль или еще один этот блок. Ну что выключить? Поздняк метаться, бать. Бил, блядь. Я там у тебя три кулера, материнскую плату геймерскую съел, процессор, центральную оперативку. Не обижайся. Что за звуки? Ты призрака призываешь? Да, я заказываю уже. Серьезно? Да, я заказываю уже. Судя по всему, вон то батя с вилами. Грустный такой. Без маман. Да. Оригинальный. Серьезно? Женщина еще есть. На каком оригинале? Картины. Американская готика называется. Телефон? Я тоже закажу, подожди, пофигу вообще на тебя. Использовать. Вау! Еман тут поназаказывать всего можно! Да! Бать, а ничего, что у меня... Вау! Еман тут поназ... Крыс? Да, я вообще подумал, что такое розовое. Это палочка, наверное, для этого фехтования. А я подумала, фехтования. Что это котик, а это казалось пакет с надписями, понимаешь? Пакет Майка. А если похоже на котика? С очень маленькой мордой. Да-да-да. Но заказывать всего можно. Да. Бать, а ничего, что у меня, как бы проблема. Здоровечки, это уходит, бать. А где ты? Я где-то в доме. И Ваня там по новозаказовому прилетает эскадрилья дронов. А где ты? На улице, очевидно. Я тебе помог бы. А я не знаю, где. А нахрена ты это заказываешь? Да мне интересно было. Нахрена тебе столько всего? Ты так мало на самом деле, блять, мразь. Нашел. Пиздюк ты ссаный, блять, ты не должен меня найти. Я твой отец, ты не можешь мне такие вещи говорить злые. В глаза. Я могу тебе говорить все, блять. В глаза. О, я могу тебе бить током еще, сколько давай. Хочу, понятно тогда? Саншайн, ломайся хоть, заломайся. Где ты там? Быстрее. Чудила мелочь. Я ж не могу, пока я в говне, бля! Отстань! Теперь ты что меня поешь? Я тебя покормить что даже не могу. Что ты заказал себе? На катике засунул тебя. Ах, капец, вырывается. Ага. Точек. Стой, мне нравится, давай. Еман, ты воняешь, конечно, люто. Что ты себе за... Я себе мужские штучки заказал, тебе не понять. Мужские штучки? Члены? У меня такая есть штучка своя. Мне нравится этим тазером. Ребенка. Успокоил. Да. Пылесосом присосал, че бы нет? Что делать, ну пожалуйста. Ну ладно. Будь добрым. Жить сопля в свинях, в моче потом, сынок, да? Да. Хорошо, что не сдох. Жалко они не это, не играют еще в... А хотя, блин, может это та же самая просто изменилась? Нет, сомневаюсь. Помнишь, Джохан с Мармоком играли, где там еще малыша пинать можно было, где он в окно его пинал? Точнее, не друг друга. Я так понимаю, там что-то похожее. Еман здесь, конечно... Еман их понаприходило! Посмотри в окошко! Я не вижу, я не понимаю, что это. Это гвоздометы. Ёб народ. Жесть. Нам так весело с тобой, да? Тебе ведь весело со мной? Кормит меня зачем-то постоянно. Потому что там жизни мало было. На тебе в рот. На тебе, батя. Ага. Я его выбросил. Блять. Разрядился, сука! Побил меня электричеством. Я не батя, я поумнее буду. Что ты делаешь? Зачем нифига ты туда не делаешь? Пойдешь! Почему я туда не пойду, если я хочу? Мало ли, что если ты хочешь. Если я хочу туда пойти.
Да отстань от меня! Заряжается! Ты прикинь, вот так это работает! Все, батя... он его зарядил, в отличие от бати. Я тебя не отпущу! Я тебя не отпущу! Я буду лежать... Батарейка села! Вот ты пошел, иди сюда, я теперь бегать не могу. Батя, иди за огнетушителем, батя. Ну расскажешь нафиг. Ладно, схожу сразу на всякий случай. Еще бегать не могу теперь. О, поджог! Блять, сиди в жопу. Обиделся, не дали сгореть. 24 секунды. Иди за огнетушителем. Надо живить уже по-человечески. Да на, жри. Да засунь себе в рот этот апельсин. Мне поддевать, блять. А, я помню точно, тут же гвозди огроменные. Саны, блядь, я тебя убью. Мне пофигу, я из гвоздей, просто я росомаха. Почему нельзя это съесть? Все, победа, на нафиг. Я иду к тебе, мой хороший. Блядь, на чем я поскользнулся, блядь. Полетел. И даже зеленеть начал, малой. А он съел эту миску, в которой лежали овощи. Бобер ебаный. У тебя в руках. Да я катаюсь на велосипеде, нафиг. Не дому. Надо на велосипеде кататься, понял? Не разрешаешь мне кататься по дому на лясике? Нет. Павай. Я уже икать начал. От передоза фруктового. Там раз... На тебе еще вот так вот. Да куда ты мне засунул это в рот? Мне это во рту не нужно, пойми. Ну, блядь, я куда? Со свечкой. Покатил. Ну не надо оно тебе, блядь. Ну не надо тебе туда, собака. Иди на... Да блядь! Ты видел, как ты собаку перелетел? Ебаный конченый лисипедь. Надо оно тебе, нихуя блядь, не едет. Ну не надо тебе туда, собака, иди на... Я не заметил, что он упал. Все как в жизни. Да нет! Переживать тебе, переступал от... Стой, блядь, оно тебе не надо, блядь, динамит не для тебя. Мышцы, блядь, сутулые, куда ты заперся, сука? Да я не могу ничего сделать. Сидит такой, смотрит, это просто то, как... Перепота! То, как Чебупелька видит нас, когда мы заглядываем под кровать. Да-да-да. Видишь на меня. Оттуда, блядь. Где, блядь, эта свечка? Сука, тебе в жопу засуну. Это стой. О, все, иди, прыгай, кайфуй. Давай, занимайся. Сломался, малыш. Скотина! Какой-то хренов отец у меня. Самый лучший в мире. Какой-то хренов отец у меня. Самый лучший в мире. Я офигею с него. Да. До свидания, блядь. Ты что, блядь, сука, позаяц, еб... нахуй. Еб... Ебан тебя на шпагат разложила. Что за... Жестко. Это жестко. Я не помню, что раньше можно было бате ездить на велике детском. Может, они не пробовали? А может, нельзя было? Но мы не видели этого точно. Охренительно просто. Ля, бежит, сука. Давай. Что ты хочешь? Блин, ничего не вижу, тут кузнечиков только вижу. Пошли, я тебе мир покажу. Сам смотри. Я тебе мир хотел показать. Знаю твой мир. Что я на кухне не убрал? Блять, я же на кухне не убрал, сука. Не надо. Не надо оно тебе. Кухня — это детям не игрушка. О, а нож. Блять! Не надо оно тебе, не надо оно тебе. Ты ездишь меня, отстань от меня, пожалуйста. Не надо оно тебе. И это тебе не надо. Жуткий мерзопакостный батя. Самый лучший, самый лучший. Я тебя утюгом сейчас, блять, хва... Это можешь, давай, давай, пей. Да ничего, ничего не будет. Пошли куда? Он его наебывает. Да, сахаром ебанет. Да, да. Это противно, охренеть вообще. Пей, пей, я тебе сейчас еще этот, о. Он буст, на, тебе же, блядь, да, да хватит, сверху. Сука, это брать. Тебя выдал, говнюк,
мелкий. Блин, ты сейчас взорвешься на пью. Обманули. Блин, ты сейчас взорвешься на пью. Блять, ты куда? Блять, где ты? Батя! Что делался? Топливо плюс свечка получается неплохой взрыв. Серди. Чка. Бля. Нет, нет, нет. Стой, 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 сына, не надо. Батя. На тебе. Мыша, съем мышу. Не надо. Бедная крыса. Капец, он там бадабум устроил. Но он уже так выигрывал. Я надеялся, что у него получится динамит бомбануть, но ему не дали. Тупая псина сожрала. Да мышь. Блядь! Что же такое еще? Спасибо за просмотр. До скорого.